Вот что я хотел сказать. Едем мы обратно, вот по таким же уклонам, где-то градусов 45, причем едем спиной вниз. Такого экспириенса у меня еще не было никогда. Это спуск с километровой высоты на трамвае спиной вперед. Это сделано, это не мудрено, потому что если бы мы сидели лицом вперед, соответственно, можно просто кувырнуться вперед на таком острове. А так тело значит, упирается в спинку, и, соответственно, ты испытываешь какое-то G-ускорение, но никуда не падаешь из-за этого. Но ощущения очень необычные. Фактически с задом спускаться с километровой высоты, ну, забавно, конечно, занятие. Ну, вот очередной вид, очередное испытание, очередной экспириенс. Виды, правда, сейчас я сижу на другой стороне, виды не такие интересные. Здесь в основном очень близко подступают к путям или заросли, или вот некое подобие такой стены, горы, там что-то такое каменистое. Вот. С другой стороны, там хоть город открывался, а здесь вот впритык практически упираюсь я в стену. Ну, может быть, это изменится. Вот у нас первая остановка, и я прерываю свой сеанс записи. Горы там.